Здравствуйте, меня зовут Джоля. Сегодня я хочу прочитать стихи и спеть романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина. У крови горит огонь желания. Мне нравится это стихотворение из-за этой песни. Это стихотворение рассказывает о смысле любви. Я думаю, что это стихотворение очень красивое. Я надеюсь, что всем она понравится. Спасибо. Александра Сергеевича Пушкина. Лавзай меня, твои лавзанья, мне слаще мира и вина. Склонись ко мне головою нежной, и да, потею безмятежной, пока дохнет веселый день и двигнется ночная тень. Спасибо большое.